Ну чего ж, не первый орден. Так что я не знаю, как-то я не очень переживаю, ни ту, ни другую сторону. Слава Богу, дали, дают. То и ладно. А что важно, что посоветуете молодежи? Ради наград стоит работать? Или да по... зачем? Я тоже работал. Я служу 65 лет священником. Я в 20 лет стал священником. В 20. А сейчас мне 85. Вот, я 65 лет служу, и все. Вот, я в одном храме служил 20 лет, и здесь 45 лет в Городне. Тут сколько, школу сделал. Вот, такой реставрации было 10 лет. Он должен был упасть уже, этот храм, так, когда меня назначили. Вот так. Так что у меня там некогда было о чем думать, только делать. И я так до конца все делаю что-нибудь. Ну, ваша школа известна, православная школа. Чему учите молодежь? Что главное в жизни? Какие ценности должны быть? Господи. У нас каждый год медали. Даже часто бывают по две. Один раз было 4. Учим всему. Всему учим. Что там? Как во всех школах у нас, только в лучшем виде. А какие основные принципы, может быть, что главное молодежи сказать? Вы свернетесь с наградой, что от них услышите, что им скажете? А что им скажешь? Вот наградили, вот не заслужил, вот ничего. Я ничего там не делаю, как вот должен все делать. И у меня никаких нет, вот я вот чего-то там, вот так-то. Делаю все как нужно. Как можно, как нужно, все, так сказать. И поэтому там никакого ко мне особого отношения нет. Там все, они уже привыкли к этому, они уже столько у меня их этих орденов. Я их не одеваю почти никогда, так, только по каким-то особым случаям. Вот, но они это знают, так все ценят, ну и больше ничего. Планы какие? Возраст такой солидный, почтенный, уважаемый. Но все равно, поделитесь, пожалуйста. Есть план, и очень большой. Я еще хочу построить одну церковь. Вот здесь, в Твери, на территории Тверского государственного университета. У меня уже там фундамент, понимаете, сделан. Но вот так получилось, что пришлось его остановить. Там, значит, ну не по моим причинам. Там у университета была земля университетская, потом у них, они мне дали ее, все, и я уже фундамент сделал. Потом у них отобрали эту землю. И вот они 10 лет практически только я сумел снова там взять уже на себя эту землю. Потому что через 5 лет они только там хотели, потом еще начали, они что-то ошиблись, и у них еще 5 лет. И вот сейчас я вот буквально, сейчас эти события всякие, эти болезни эти тоже. И вот сейчас думаю, что с весны я начну делать. Вот это у меня храм в память о погибших в Белом доме.